В Донской столице пройдет первый всероссийский турнир по самбо на Кубок губернатора Ростовской области. Бороться за главный трофей соревнований будут команды из разных городов нашей страны. Турнир, направленный в поддержку этого вида спорта, обещает стать традиционным. Об этом было заявлено на вчерашней пресс-конференции с участием министра по физической культуре и спорту Ростовской области Валерия Вакулы и организаторов турнира. Турнир пройдет в спортивном комплексе «Экспресс» с 24 по 26 сентября. Участие примут юноши и девушки 1994-96 года. Рождения. На Дону самбо занимаются около 5000 человек, из них около 3000 дети. Сейчас развитию этого вида спорта уделяется особое внимание. Самбо у нас становится действительно, как сказал Владимир Владимирович Путин, национальным видом спорта. Он уже является национальным видом спорта и претендует на то, чтобы стать одним из олимпийских видов спорта. Я хотел бы пригласить всех наши и правительству, и жителям города, и с области, кто сможет, да, добраться до нашего турнира. Вот иногда проводится в театральном площади, да, приезжает Энтон Джон, Бонни М или там Али Баба, не знаю, все туда собираются. Вот приезжают звезды, которые берут деньги у людей, берут. Мы ход свободно делали. Ход свободно для того, чтобы их дети потом могли заниматься спортом.